Entonces, bueno, tal. Сегодня пятница. Да. Давай сделаем на часик. Ну, ты выспишься, я не работаю. Фигня, да. Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала Афроманго Макбонго. Ну что ж, бутербродики у меня сегодня такие: хлеб, копченый сыр, шпроты и репчатый лук наверху. Вот такие вот бутерброды сейчас покажу. В описании под видео будут ингредиенты этого бутерброда. Вкусно. Все копченое, кроме лука. А хлеб не копченый тоже. Вкусно, не копченый. Да. Ай, очень вкусно, да. Действительно вкусно. Даже не надо масла, а вот вкусно очень. Бывает, бывает. Больно. Больно очень, да. Кровь почти. Правильно.
Вон я микрофон назад и приготовил. Видела, да? Он в столе. Очень вкусно, да. Даже вроде ничего не надо добавлять. Круто. Потом уже рыбка, она замешанная. Я еще не придумал. Думаю, как будто я скорее накормлю, чтобы ничего не подгревать там что-то. Я скоро руку снимаю. Оказалось очень вкусно. Вкусно. Почему я даже не ожидала, что вкусно получится. Только за место дорогие наши друзья. Только за место репчатого лука, потому что он горький. Ну, сладко-горький. Вы можете красный лук порезать. Да. Или белый лук порезать, такой вот белый шелупой, который.
или зеленый лук. Да. Вот три вида, четыре вида лука, которые вы можете это самое, приготовить на это, на такие бутерброды. Зеленый лук, мне кажется, еще и вкуснее, чем этот самый репчатый. Потому что он имеет этот самый. Самое нормальное. Уже тепло. Да. Если выбирать на ваш вкус. Вот еще два бутербродика. Скушаю. Наелся. Пока. Да. Сегодня в электричках, когда ехал, это входит в вагон мужчина с седой бородой. Просто сзади у него тележка. Ну, обычная хозяйственная тележка. Да. И он продает этот самый березовый сок. И на весь вагон рекламирует этот сок. Рекламирует. Что он кричит? Березовый сок? Купите, мол, это натуральный березовый сок. Это я, наверное, он сам собирает. Потому что его нигде не купить. Так нет, он в советское время продавался, почему? Нет, сейчас. Сейчас-то его нет. Сейчас да. Вот. Вот. Продавал. В Советском Союзе был его навалом. Трехлитровые банки. И на разлив было. Угу. Как хотите. Проехал весь вагон. Никто у него ничего не купил. Но зато он хорошо отрекламировал. То, что там. Для иммунитета там. Волосы не выпадают. Там. Что-то еще, что-то еще. Если кто-то видел, например, очевидец, что он именно березовый сок, он может быть еще, знаешь, сейчас я знаю, смотрю на окно. Может, один стакан березового сока, другой один стакан воды, все это смешан. Как говорится, два в одном.
Так, наверное, словами. Но у него в руках ничего не было, ни банок, ничего. Но дело не в этом. Дело в том, что он может домой это все принести, перемешать с водой, наполнить во что-то. Бутылочки с крышечкой. Ну, не заразить. И потом продавать. Может быть, кто-нибудь у него купил, может быть. Не знаю. Сейчас кто-нибудь верит. Ну, мужчина не молодой уже. Седой бородкой. Высокого роста. Полезный сок. Содержит витамин В6. Вообще про витамины вообще ничего было не сказано. Начинается в апреле месяце, сейчас март месяц.
Еще даже марта не наступил. Да. Березовый квас еще есть, оказывается. Да, но это на основе этого сока квас делают. Угу. Он в сок добавляют сахар, тоже ему после кислые бактерии. После брожения квас охлаждается до 6 градусов Цельсия. Ну да, так что мужчина правильно сказал. Ты видишь, собирать его нужно в апреле месяце. Да. А не в конце февраля. Правильно. Даже камни в почках понимаю. Да. Я зашиваю все раны и язвы. Угу. Да.
высоко вылечились. Угу. Виноградный, сок томатный, я видела. Яблочный. Яблочный, да. Осторожно, там лимон. Это самое, а чтобы сок? Березовый. Березовый кто-то пил, я не знаю. Ну все. Да? Закончил видео. Угу. Все было вкусно, спасибо. Да, подписывайтесь на канал, ставите лайки, угу. Пишите комментарии, задавайте вопросы под видео. Угу. Не забывайте нажать на колокольчик, угу. Чтобы не пропустить новое видео. Покажи вот этот кружочек. Какой? Вот этот, покажи. На камеру. Что мы ели там. Это вкусно. Так, ну ладненько, все. Приходите на трансляцию сегодня. Да. Трансляция. А я уже в сообществе написал, что приходите. Вот в 20:30 будет, да? Да. Вот.